Добрый вечер, Гомель, на Беларусь 4, прямой эфир. Телефон нашей студии 34-22-43. И это значит, что каждый из вас может стать участником нашей программы. Сегодня Всемирный день без автомобиля, который завершает Европейскую неделю мобильности. Каждый год, 22 сентября, тысячи автомобилистов разных стран мира пересаживаются на велосипеды, самокаты, автобусы и трамваи, показывая свою гражданскую позицию к вопросу чрезмерной автомобилизации. Дорогие друзья, вот как вы провели этот день? Смогли ли отказаться от комфорта и удобства своего личного транспорта хотя бы на один день? И какие способы передвижения выбирали? Сегодня нам очень интересно ваше мнение, ваши истории. Что мешает вам отказаться от автомобиля хотя бы на один день? Звоните, пожалуйста, в студию. Наш телефон 34-22-43. Оставляйте также свои сообщения в Вайбере или в нашей группе ВКонтакте. «День без автомобиля» — тема сегодняшней программы. Знаете ли вы, что ежедневно в мире появляется 100 тысяч новых автомобилей? Только в нашем регионе за последний год количество личного транспорта увеличилось на 1%. По статистике, каждый третий житель Гомельской области имеет собственное авто. А это значит, что почти в каждой семье сегодня есть свой четырехколесный друг. Раз в году экологи и общественные организации призывают хотя бы на один день, а лучше на целую неделю, оставить собственное авто и отправиться на работу пешком или на велосипеде. И, кстати, многие гомельчане так и поступили сегодня. Европейская неделя мобильности прошла в Гомеле при активном участии сообщества велосипедистов «Велогомель», которое, кстати говоря, на сегодняшний день объединяет уже более 4,5 тысяч участников. В рамках программы «Городское велосипедное движение в Беларуси» была организована акция «На работу на велосипеде». Вот о том, что побудило горожан пересесть на велосипед и каково это вообще жить без автомобиля. Гомельчане очень активно на протяжении недели обсуждали в социальных сетях и размещали там свои истории, свои комментарии, свои фотографии. Как прожить один день без автомобиля? Сложно ли это и что мешает это сделать? Я хочу адресовать для начала этот вопрос зрителям в нашей студии. Добрый вечер. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Наталья. Наталья, зовут, Наталья, да. Скажите, вы как добирались сегодня к нам на передачу? На передачу мне пришлось добираться пешком, потому что я живу близко, поэтому велосипед мне не пригодился сегодня. Но, в принципе, на даче я люблю отдыхать на велосипеде. То есть вы сегодня настоящий герой дня. Вы отказались, можно сказать, от автомобиля. Аплодисменты для вас. Представьтесь вы, пожалуйста. Добрый вечер, Добрый вечер. Меня зовут Татьяна. Скажите, Татьяна, что вам мешает отказаться от автомобиля, скажем так, на постоянной основе и передвигаться по городу на общественном транспорте или пешком? На самом деле я отказалась от автомобиля более 3 лет назад, и сейчас с удовольствием передвигаюсь там, где возможно, пешком, а там, где невозможно, пользуюсь общественным транспортом. Спасибо большое. У нас есть юный участник. Представьте, пожалуйста. Никита Бабич. Скажи, Никита, ты как добирался сегодня на нашу программу? На велосипеде. Ты постоянно на велосипеде? Да. А автомобиль есть в семье? Нет. Нет, ну ты считаешь... Ну, у дедушки есть. Ты часто катаешься? Да. А как ты думаешь, зачем мы должны устраивать подобные акции, чтобы хотя бы один день в году отказаться от автомобиля? Для чего? Можно участвовать в марафонах, на беговых дорожках пробегать большие расстояния. И что это дает? Мы становимся сильными? Ты можешь много проходить там, где невозможно, и на транспорте, и на велосипеде. Ой, ну это заслуживает аплодисментов. Спасибо большое, очень хорошая позиция. Представьтесь вы, пожалуйста. Добрый вечер, меня зовут Кристина. Добрый вечер, Кристина. Скажите, как вы считаете, вот одного дня в году достаточно вообще, чтобы привлечь внимание общественности вот к таким, скажем, проблемам, к использованию, допустим, экологичного, чистого вида транспорта? Я считаю, что, на мой взгляд, недостаточно. Раз в месяц можно было бы практиковать. То есть вы готовы раз в месяц отказаться от автомобиля? Точно, однозначно. Спасибо большое. Ну, а сегодня в нашу студию мы пригласили Светлану и Дмитрия, для которых жизнь без автомобиля уже давно стала привычной. Дорогие друзья, встречайте, пожалуйста, Дмитрий Трусов
И Светлана Король, велосипедистка леди, я бы так сказала, да. И Дмитрий, это представитель сообщества «Велогомель». Ну, мы очень рады видеть вас в нашей студии. Я так хотела бы сразу сказать нашим зрителям, что велосипеды, которые сегодня здесь, это транспорт, на котором вы приехали к нам на передачу. Да, то есть говорить о том, что вы отказались от автомобиля сегодня, не приходится. Вы много уже лет колесите, да, по городу на велосипедах. Ну, вот скажите, каково это, Дмитрий? На самом деле, я считаю, что велосипед – это достаточно комфортное средство передвижения, экологичное в первую очередь, потому что данная акция как раз рассчитана на решение экологических проблем. И на самом деле велосипед – это еще средство получения удовольствия. То есть, выбирая определенный маршрут, мы выбираем себе настроение. Ну, очень здорово. Светлана, а скажите, вот ваша история в двух словах, она имела какую-то особую причину? Почему вы сегодня так категорично отказались от остальных видов транспорта и только велосипед признаете? Я не скрываю свою историю, на самом деле она есть. И я рассказываю ее не для того, чтобы получить популярность какую-то, а для того, чтобы люди моего возраста или люди, которые попали в затруднительную ситуацию, знали, что есть такое в жизни, есть то, что тебя выручит. Для меня это стал велосипед. Случилось так в моей жизни, что я в течение короткого времени перенесла несколько операций. Я ходила долго очень с тростью. Я имела вес больше, чем сейчас, на 40 килограммов. Угу. Я переболела достаточно серьезной депрессией в связи с этим всем, но смогла себя победить, смогла стать той, кем я сейчас являюсь, и поддерживать свою форму, настроение, тонус. Мне помогает велосипед. А сколько лет вы ездите на этом велосипеде? Красный ваш сегодня в нашей студии. Один, да. Я езжу на велосипеде не так давно, всего лишь второй год, и очень сожалею, что так много лет я не знала, что можно быть счастливой при помощи всего лишь велосипеда. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Дмитрий, вот сегодня велосипедистов появляется все больше и больше. Это модно? Ну, на самом деле, да. Сейчас моду набирает велосипед, потому что, как мы видим, во всем мире идет пропаганда здорового образа жизни, экологичного транспорта. И на самом деле, да, уже можно заметить, что у нас в городе становится все больше и больше велосипедистов. Если, грубо говоря, лет 5 назад я почти всех знал, то сейчас уже с трудом я узнаю, скажем так, знакомых среди множества велосипедистов. Поэтому, да, у нас растет количество велосипедистов, и бум достаточно заметен. Я хочу напомнить нашим зрителям... Извините. Простите. Кто придумал этот день? Сюжет, будьте добры. В 1973 году, в разгар топливного кризиса, власти Швейцарии предложили гражданам провести один день без автомобиля. Через несколько лет появилась идея сделать ежегодную акцию в связи с экологической обстановкой и как способ пропаганды здорового образа жизни. В 2000 году подобные дни стали проводиться по всему миру. К началу 21 века день отказа от автомобиля праздновался уже в 35 странах. В Беларусь эта традиция пришла в 2008 году, и сегодня в разных странах по-разному отмечают этот праздник. В Сан-Франциско проводят яркие, красочные, костюмированные велодемонстрации. В Эстонии – выставку экологически чистых транспортных средств. Во Франции бесплатно раздают велосипеды на прокат. А вот в белорусских городах открывают велопарковки, устраивают велошоу, выставки, концерты. В Гомеле, например, в этот день контролировали содержание вредных веществ в воздухе и позволили водителям бесплатный проезд в общественном транспорте, но лишь с 7 до 9 утра. Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот, да, день без автомобиля, очень много на свежем воздухе, да, дает о себе знать. Это еще раз говорит о том, что мы работаем для вас в прямом эфире, а здесь может произойти практически все. Мы продолжаем нашу программу. Традиция проведения дня без автомобиля, она достаточно популярна во всем мире. Вот на ваш взгляд, ребят, скажите, действительно ли этот день нам необходим? Я считаю, что не только этот день необходим, необходимо больше мероприятий, чтобы мы воспитывали, скажем так, экологическую сознательность наших граждан, чтобы мы понимали, для чего это делается в первую очередь, и добросовестно относились к таким акциям, потому что зачастую первый вопрос, который задается самим себе, это для чего?
Вот когда мы будем знать и понимать, для чего мы это делаем, у нас будет гораздо лучше, скажем так, понимание происходящего. Иначе у нас будет все, так скажем, не очень интересно. А скажите, что дает вообще такая активность нам, гомельчанам? К чему обязывает вот эта неделя мобильности, которая, кстати, в этом году впервые проходит в Гомеле, а, по-моему, 3 года назад к ней подключились впервые белорусские Беларусь города. 3 года назад подключилась именно. Вот что нам дает такая активность, нам, вот гомельчанам, зачем? Ну, во-первых, для того, чтобы в будущем не бороться за глоток воздуха, мы сейчас уже должны об этом позаботиться. Вот сейчас мы уже должны проявить свою сознательность и понять, что нужно дать глоток воздуха нашим детям, которые страдают в первую очередь. Детские коляски находятся на уровне выхлопной трубы. Наши дворы превратились в парковки для автомобилей. В первую очередь наши дети страдают. Так давайте о них позаботимся. А велосипед – это то, что нас делает здоровыми и счастливыми. Я так понимаю, наши зрители согласны с такой позицией. Но мне почему-то кажется, что одной неделей мобильности вот лично вы и ваше сообщество «Велогомель» не ограничиваетесь. Конечно. То есть у нас вообще сообщество рассчитано на то, чтобы проводить различные мероприятия почти любой направленности. Но так как велосипед – это и есть экологический вид транспорта, то фактически у нас круглый год это фактически какие-то мероприятия. Да, то есть в этом году мы очень хорошо продвинулись в плане детских мероприятий. То есть, естественно, поддерживаем различные массовые мероприятия, спортивные мероприятия. Это все рассчитано на то, чтобы вот как раз развивать эту экологическую осознанность наших гомельчан. Спасибо большое. Я хочу напомнить нашим зрителям, что вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Мы работаем в прямом эфире. День без автомобиля. Почему это так важно? Дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вы смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Сегодня мы говорим про день без автомобиля. Вот, кстати, день без автомобиля. Почему это так важно? Вот прямо сейчас спросим у наших экспертов. Встречайте, пожалуйста, Ирина Атарик, внештатный врач-валеолог Управления здравоохранения. Добрый вечер. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. И Александр Голубев, начальник Гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Рады видеть вас. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, расскажите, как прошел ваш день без автомобиля? Ну, с учетом того, что экологи являются инициаторами этого мероприятия, поэтому весь наш день был направлен на реализацию этих мероприятий, которые были запланированы к этому дню. Что касается лично меня, да, то благо, что наша инспекция находится в центре города, поэтому мы смогли отказаться не только от личного транспорта, но и от служебных автомобилей, поэтому все вопросы решали в пешем порядке. Это как-то это повлияло на работоспособность? На нет, мы так просто построили свою работу, что в принципе позволит. За исключением одного случая, что пришлось задействовать автомобиль, чтобы доставить приборы аналитического контроля на постконтроль, где происходил сегодня замер выхлопных газов автомобилей. Сейчас расскажете нам в рамках этих мероприятий, посвященных дню без автомобиля. Очень здорово. Сейчас мы об этом поговорим. Я хотела спросить у вас, Ирина Александровна, скажите, пожалуйста, вы на чем приехали сегодня к нам на передачу? Нам всем сегодня повезло. Погода прекрасная стояла сегодня с самого утра, поэтому весь день сегодня пользовалась практически даже немножко только общественным транспортом. То есть на троллейбусе приехали? Да. Ну что ж, ну, это заслуживает. А скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, почему подобные акции так важны для нашего города? Ну, чтобы вначале определить, насколько это важно, хотел бы рассказать, насколько автотранспорт влияет на окружающую среду. Расскажите, насколько. Автомобиль – это такое изобретение, как говорится, которое на сегодняшний день существенно загрязняет атмосферный воздух, превышая даже при этом промышленное предприятие. У меня есть информация, что более 80% загрязнения атмосферы приходится на долю автотранспорта. Правильно вы говорите. Ежедневно над городом скапливается облако с выхлопных газов, которое висит до определенного времени. Все мы даже знаем, что температура в городе всегда на несколько градусов выше, чем за пределами города. Это по этой причине. Да, поэтому в этом случае эти загрязняющие вещества сдерживаются, создают такой парниковый эффект. Да. Если разобраться в составе выбросов, да, то это химическая такая таблица целая. Сюда входит и оксид углерода, оксид азота, тяжелые металлы, углеводороды, сажа.
Поэтому, определяя, какой вред вначале наносит природе, потом мы будем говорить, насколько важна эта акция. Для того, чтобы уменьшить загрязнение, проводится эта акция, чтобы донести до наших людей смысл загрязнения, что, как с этим надо бороться, что для этого надо предпринимать, какие действия. Скажите, пожалуйста, Александр Михайлович, ну и что показали сегодняшние мероприятия? Улучшился слой над городом? Стало ли чище хотя бы вот в этот сегодняшний день? Ну, хочу сказать, что всего лишь 3% у нас сегодня автомобилей из числа проверенных были с превышением установленных нормативов. Это хороший, это кажется, очень хороший показатель, потому что если брать аналитику, то 10 лет назад этот процент был около 40%. А автотранспортные предприятия вообще до 70% выпускали автомобили на линию с превышением. Поэтому кропотливая работа как нашей инспекции, как и других органов совершенствования законодательства позволило снизить этот порог. Я не исключаю еще и общественность, и ее активность. Конечно, без конечно, нее, все мне правильно. Мне кажется, вообще никуда. Вот взять даже велодвижение. А, Ирина Александровна, скажите, а вот как вредные выбросы автотранспорта влияют на наше здоровье? Мы уже перечислили всю таблицу Менделеева практически, да? Вот что скажете вы, как врач-валеолог? Да, как специалист по здоровому образу жизни могу сказать, что здесь идет не только влияние, вообще отказ от автомобиля, да, именно сегодняшний день, да, но и начиная от самого состояния здоровья человека до глобальных, вот, которые затронул мой коллега, значит, по глобальных каких-то моментов. Значит, конечно, безусловно, это и угарный газ, который вы выше упомянули, и всевозможные, особенно для хронических заболеваний, не характер, как-то вот влияют, да, безусловно, да? Да, особенно это бронхолегочная система страдает, сердечно-сосудистые, у кого есть хронические заболевания, поэтому, безусловно, отказ автомобиля сегодня актуален очень. Александр Михайлович, а как автомобилисты самостоятельно могут снизить вредные выбросы от автомобиля? Мы же понимаем, что отказаться от автомобиля все, ну, большинство вряд ли смогут, это комфорт, да, для людей, скажем, нужно или время, или какие-то другие модели поведения, наверное. Но а как можно, если у тебя есть автомобиль, помочь экологической вот ситуации нашего города? Ну, я, наверное, затрону тему, как технически это сделать. Как повлиять на топливную аппаратуру автомобиля. Вот. Поэтому, если раньше, когда у нас были автомобили старенькие, и достаточно было отвертки, чтобы отрегулировать это содержание вредных веществ, отработавших газа, то сегодня это сложнейшая топливная система, которая поддается регулировке только на специализированных станциях. Поэтому, если вы чувствуете, что с автомобилем что-то не то, то надо загнать на станцию и там провести проверку. Благо, что много лет назад везли при прохождении техосмотра у нас такой параметр, как прохождение на токсичность и дымость автомобиля. То есть это большая работа, которая проделана и государством, как говорится, то на сегодняшний день раз в год, в крайнем случае, автомобиль проходит проверку на токсичность. А вот вы знаете, эксперты утверждают, что каждый автомобилист самостоятельно может снизить вредные выбросы от автомобиля. И предлагаю, кстати, очень простые решения. Дорогие друзья, смотрите и запоминайте. Итак, снизить вредные выбросы от автомобиля возможно, если глушить мотор при остановках, передвигаться со скоростью не более 70-80 км в час, меньше применять педаль тормоза, избегать длительного прогрева двигателя в холодное время года, не возить излишний груз и снимать верхний багажник. Вот такие, казалось бы, вы согласны? Конечно, да, вот такие все правильно. Вот простые, совершенно даже не требуют технического. Да. Сейчас очень популярное есть мобильное приложение, где люди объединяются, когда переезжают из города в город, пассажиры из одного автомобиля пересаживаются в другой, то есть едет не три автомобиля из Гомеля в Минск, а один автомобиль. Это тоже сейчас... Да, это интересная услуга. Мы об этом тоже еще сегодня поговорим. Но я бы хотела спросить, ребят, скажите, вот как вы считаете, как вообще можно повысить популярность велосипедистов, вот в качестве как в городе, в качестве как одного из видов транспорта городского? Ну, мы как раз таки этим и занимаемся. Вот особенно этот сезон у нас очень прошел под знаком популяризации велосипеда как замечательного вида
фитнеса и как транспортного средства. Вот вы сейчас видите фотографии нашего проекта «Велосемья». Это семейный отдых, дети и родители. Два раза летом мы провели велопарад «Леди на велосипеде», проезжали в красивой одежде по улицам нашего Гомеля. То есть это, конечно же, привлекает внимание гомельчан к велосипеду и показывает, что это не только модно, здорово, здорово, но еще и очень-очень красиво и привлекательно. Да. Я бы еще добавил, что для того, чтобы повысить интерес к велосипеду, этим должна заниматься не только определенная группа, или, как уже Светлана сказала, наша общественная инициатива, но в этом должны быть заинтересованы, по сути, все. Как сами горожане, то есть не только так и город, конечно. И пешеходы тоже, да? Конечно. То есть это абсолютно... Это общая проблема всех, скажем так. Если город не будет заинтересован в том, чтобы улучшить экологию, да, и, соответственно, соответствующие структуры, да, то ну, тяжело очень донести до горожан, что это надо в первую очередь нам самим. Что велосипед тоже может быть очень альтернативным средством передвижения, да, и грубо говоря, мы просто анонсируем какие-то мероприятия, привлекаем их своей изюминкой, но, собственно говоря, мы не можем построить сеть велодорожек. Мы напоминаем про это каждый раз, но, тем не менее, не в наших силах взять их и построить. То есть это кропотливая работа каждой ячейки нашего общества. Дмитрий, скажите, пожалуйста, а можно ли как-то изменить модель поведения автомобилистов? Вот как-то, ну, скажем, не заставить их, а стимулировать как-то по-другому, действительно отказаться от личного автотранспорта? Вот какие-то вот мотивы, на ваш взгляд, есть, чтобы перейти вот не только на велосипед, а на общественный транспорт, допустим, на пешеходное движение? Что это должно быть? Просто сказать о том, что у нас плохая экология, мне кажется, люди это плохо слышат. Ну, конечно. То есть большинство считает, что в первую очередь машина – это комфорт, а велосипед – это просто какое-то хобби или, скажем так, активный фитнес, образ жизни, да. Фитнес, да. Но немногие могут действительно понимать, что это тоже такое же средство передвижения техническое. Вот. И надо показать в первую очередь плюсы велосипеда, да, и потихонечку у нас так сложилось в стране, к сожалению, что государство потихонечку стимулирует больше движения именно автотранспорта, да, то есть улучшаются средства передвижения, ну, конечно, расширяются там проезжая часть, да, где-то в угоду, конечно, за счет тротуаров, тротуаров, зеленых каких-то зон, насаждений. И я считаю, что это немножко неправильно все-таки, но тем не менее. Повышение стоимости на бензин тоже иногда заставляет водителей подумать, что, наверное, скоро я пересяду на велосипед. А вы когда-нибудь думали о том, что спрос диктует предложение? Если сегодня огромное количество людей имеет автомобиль, то это не потому, что есть пригодные дороги для этого, а потому что люди выбирают такой комфорт. И вот именно сегодня в нашей передаче мы пытаемся действительно найти какую-то, может быть, ну хотя бы, скажем так, обозначить проблему или не проблему. Каждый же по-разному к этому относится. Я считаю, что проблема еще в нашем менталитете. Вот. То, что у нас немножко поменялось мышление со времен Советского Союза. То есть, если раньше мы были друг за дружку, то сейчас у нас фактически появляются более эгоистичные цели, да, что вот я, все время я. И нет такого, что можно подумать за общество, за свой город, там, за свой район или, там, я не знаю, двор. Да, то есть в этом плане в Европе, например, они не любят показывать свой статус. Они любят показывать, там, какие у нас часы модные или автомобиль крутой. У них, наоборот, все это развито на благо общества. Ирина Александровна, вам не кажется, что сегодня у нас менталитет очень даже и ничего? Потому что сегодня мы пропагандируем везде здоровый образ жизни, и люди выбирают его. И огромное количество велосипедистов, которые появляются на наших улицах, мне кажется, это один из признаков того, что действительно мы поддерживаем сегодня здоровый образ жизни. Как вы считаете? Безусловно. В последнее время тенденция актуальна на вопрос соблюдения именно формирования здорового образа жизни населения. И я хочу сказать, что в Республике Беларусь впервые в 2016-2017 году было проведено масштабное такое, скажем так, акция, Всемирная организация здравоохранения, Всемирный Европейский союз бюро ВОЗ. Было степс-исследования такие проведены, значит, в соответствии с которыми показалось, что всего лишь только 13,5% где-то процентов в среднем недостаточно физически активное население от 18 до 69 лет. В этом исследовании приняли участие больше 5,5 тысяч человек.
Поэтому это хороший показатель. Вообще это только для Республики Беларусь. Причем были затронуты все слои населения, и городская, и сельская местность. Если я правильно понимаю эти исследования, я, по-моему, их и читала, да, по данным Всемирной организации здравоохранения, вот эти 13%, белорусы тратят физическую активность, так, чтобы конкретизировать, всего 203 минуты в день. Да. Тратят, да, на физическую активность. И в основном, дорогие друзья, это необходимое передвижение в неделю. Из пункта А в пункт Б, или просто то, что нам надо сделать по работе, какие-то движения. И вот спорт, как вы сказали, и прочий вот такой активный досуг занимает всего 10% от этого времени, то есть 20 минут в неделю. Мы сели и просчитали сегодня специально перед передачей. Это очень мало. 20 минут в неделю, которые мы посвящаем отжиманию или каким-то физическим упражнениям, это действительно очень мало. Вы знаете, я хочу пригласить в эту студию гомельчан, которая знает и, вы знаете, успешно практикует один из альтернативных видов передвижения по городу. Встречайте, дорогие друзья, учительница русского языка, любительница скандинавской ходьбы Лидия Бегинина у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады видеть вас в нашей студии. Присаживайтесь, пожалуйста. Как вы добирались сегодня на нашу программу? Традиционный вопрос, который я всем задаю. На вашу программу на общественном транспорте, поскольку довольно далеко. Но вы, я так понимаю, можно так сказать, ударили скандинавской ходьбой по нашим автодорогам, да? Вот сколько вам времени требуется, например, чтобы с помощью вот этих палок, с помощью техники скандинавской ходьбы добраться, допустим, до работы и обратно? Техника скандинавской ходьбы вообще-то со скоростью особенно-то не связана, да. Тут дело в другом. Ну а до работы у меня где-то минут 30 получается пешком. Пешком, то есть независимо, с помощью... с палками или без палок. То есть получается, что вы можете вполне отказаться от автомобиля, да, и выбрать, в принципе, такой, да, вот альтернативный, почему, вид передвижения по городу. Мы говорим сейчас о приближенных объектах работы. Это тоже, да, как бы, почему бы, не, разве не альтернатива? А скажите, как давно вы вообще ходите с палками, и какие вообще самые большие дистанции уже преодолевали? Чуть больше года я занимаюсь, так, этим видом активности. Расстояние, собственно, не тоже не задача, ну, километров 16, наверное, вы походы можете... у нас бывают. То есть вы можете взять палки и, не снимая их, пройти 16 километров? Ну, может быть, с остановками тоже. Мы просто регулярно в нашем клубе практикуем походы, вот в том числе. Нет слов. Ну, задам вопрос. Скажите, что вам дает такое увлечение, вот как скандинавская ходьба? Почему не велосипед? Спрошу так. Велосипед — это тоже очень здорово. Я вот сейчас задумалась об этом тоже. Да. Но дело еще вот в чем. Велосипед предпочитают любители скорости. А что касается скандинавской ходьбы, то здесь, наверное, вся изюминка в неторопливости. Так. Потому что, когда мы идем пешком, время замедляется. В наш век такой интенсивный, конкурентный, мы вынуждены постоянно быть в напряжении, быть на связи. Когда ты идешь с палками, ты расслаблен, и время течет совершенно иначе. У нас с ним особенный договор. Мы отдыхаем, мы медитируем, можно даже так сказать. Ты идешь с палками и договариваешься со временем. Замечательно. Очень здорово. Скажите, как вам вообще идея Всемирного дня без автомобиля? Вот как вы считаете, что человеку мешает хотя бы на один день оставить личный автотранспорт дома? Да ничего не мешает, разве что лень. Так. Ну, или есть, конечно, исключительные случаи. А вообще таких дней, конечно, хотелось бы, чтобы было больше. Тогда и мы могли бы гулять вдоль автодорог, а не только по лесам и вдоль реки. Спасибо большое. Вы знаете, есть сообщение в Вайбере. Довольно интересное мнение гомельчан про сегодняшний день, Всемирный день без автомобиля. Вот Роман, например, пишет: «Отказ от автомобиля. Хоть и на один день, это, конечно, здорово, но для меня тяжелее отказаться от мотоцикла». Владислав сообщает нам, что для меня в этом дне нет ничего необычного, я стараюсь по возможности ходить пешком. Ну, а Петр вдруг написал, точнее, ну да, можно так сказать, интересно было вспомнить, каково это ходить пешком. Петр, мы так понимаем, что вы действительно сегодня герой дня, вы действительно отказались от автомобиля, эти аплодисменты для вас. Ирина Александровна, скандинавская ходьба. Вот как вам, как главному врачу-валеологу, вот такой вид, такой, скажем, вариант городской мобильности?
Мне очень нравится скандинавская ходьба. Вид — это новый, ну, скажем так, в Республике Беларусь одна из, не только в Республике, но и европейская, да. Значит, это вид оздоровительной ходьбы. Противопоказаний практически нету, если это не какие-то острые хронические заболевания самой тяжелой степени или какие-то постоперационные периоды. Поэтому абсолютно противопоказаний нету, ни возрастных особенностей. То есть, ну, есть как бы по скорости, по движениям, наверное, да, то есть... Кому бы вы посоветовали такой абсолютно вид передвижения? Абсолютно всем. А у нас вот почему-то принято, мы уже не раз и в нашей программе об этом говорили, принято считать, что скандинавская ходьба — это только для пенсионеров. Посмотрите на нашу гостью, дорогие друзья. Молодая красивая женщина, учительница русского языка и литературы, которая выбрала вот такое замечательное для себя увлечение. Давайте развеем эти все стереотипы и докажем, что скандинавская ходьба... Буквально сегодня мне пришлось по дороге сюда беседовать на эту тему. Так мне и сказал пассажир, который сидел напротив. Вроде бы вы еще не в том возрасте, чтобы с палками ходить. И приходится каждый раз лекции читать. Вот хорошо, с чего вы начинаете эту лекцию обычно? Как вы доказываете, что скандинавская ходьба подходит каждому? Ну, на самом деле все зависит от темперамента, наверное, в большей степени. Если человек достаточно задумчив, нетороплив, настроен на медитацию, то это ему подойдет. Людям более таким активным, темпераментным, наверное, надо выбирать что-то другое. Да, да. Дорогие друзья, вот может быть еще несколько аргументов за скандинавскую ходьбу. По многочисленным исследованиям, вот такая ходьба с палками задействует до 90% мышц, что позволяет сжигать до 46% больше калорий, чем при быстрой ходьбе и даже когда вы занимаетесь и бегаете трусцой. Ирина Александровна, а что значит вот быть вообще физически активным в наше время? Мы как бы уже попытались ответить на этот вопрос. Скажите, каков нормальный вообще объем ежедневной физической нагрузки для человека, который, ну, хотел бы прожить до глубокой старости и чувствовать себя замечательно? По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, нормальное количество вот ходьбы, если взять это в эквиваленте ходьбы, да, шагов, то все слышали, я думаю, что это 10 тысяч шагов в сутки. Либо это эквивалентно где-то 7-8 километров, если взять расстояние ежедневно пути. Значит, умеренное, оптимальное для человека – это где-то занятие физически активное, где-то минут 20, раза 3 раза в неделю, или где-то полчаса ходьбы ежедневно. А давайте поговорим немного про пешие прогулки. Да. Что можно посоветовать? Когда лучше заниматься вот такой двигательной активностью? По утрам, вечерам, днем? Сколько времени этому посвящать? 10 тысяч шагов, как бы понятно. А как питаться при этом? Вот пешая такая вот двигательная активность. Что это такое? Зачем надо? Существует несколько видов ходьбы. Есть обычная ходьба, есть оздоровительная ходьба, есть скандинавская ходьба. То, чему сегодня посвящена наша передача, ну и вообще в целом сегодняшний день всемирно, да, то есть без автомобиля. То есть я думаю, что мы все-таки должны стараться с утра, допустим, добираясь до своего места работы, да, как можно больше проходить пешком. Допустим, выходить на остановку раньше или на две, так, лучше еще. В магазин передвигаться, если это не идет речь о каких-то больших масштабных покупках, да, отказаться хотя бы в магазин находить без автомобиля. Опять-таки, возвращаясь с рабочего места, тоже можно оставить, пройтись эту же остановку пешком. И смотришь, уже будет где-то так набежит. Уже набежит 10 тысяч шагов. Да. Дарья пишет нам. Вообще-то ходить пешком — это очень полезно для здоровья. Я хожу на работу от ДК фестивальный до кинотеатра «Октябрь» каждый день. Не спеша, 30 минут. Мне что-то, Дарья, кажется, что вы спешите. За 30 минут такое расстояние, наверное, пройти надо больше времени. А вот Маша написала: я очень активный человек, должна везде успевать. Без автомобиля я торможу. И сегодня попробовала, сорвала 3 сделки. Я пока не готова к таким дням без автомобиля. Мне очень жаль, пишет Маша. Нам тоже очень жаль, Маша. А Марина сообщает, что несмотря на то, что она водитель с большим стажем, пешком ходит часто. И поэтому эта акция сегодняшняя — еще один повод погулять и подышать воздухом. Анна сообщает, что отказаться от автомобиля на один день оказалось не так-то страшно. Зато прошла или проехала полгорода на велосипеде. Аплодисменты для наших
наших зрителей. Для таких активных наших зрителей. Мне подсказывает редактор, что у нас есть телефонный звонок, очень интересный в нашей программе. Единый день без автомобиля в Гомеле поддержали и работники ГАИ. Вот у нас на связи начальник отделения по агитации и профилактике областной госавтоинспекции Ольга Резвякова. Ольга, добрый вечер, мы вас слушаем, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, Гомель. Скажите, пожалуйста, Ольга, как сотрудники ГАИ отреагировали на всемирную акцию без автомобиля? Вы знаете, мы ежегодно принимаем в ней активное участие. В этот год не стал для нас исключением. Многие из нас приехали на работу на общественном транспорте. В этом году была приятная такая акция у нас от наших автобусных парков, в троллейбусных. Можно было проехать с утра при наличии водительского удостоверения бесплатно в нашем транспорте. Сама данной услугой воспользовалась и приехала на работу бесплатно на автобусе. Также мы провели много акций сегодня по городу совместно с экологическими службами. Ну, очень был насыщенный такой день. Я думаю, что не только для нас, но и для других тоже. Спасибо, Ольга. Скажите, сотрудники ГАИ сегодня отказались от автомобиля? Личного транспорта. К сожалению, по роду своему деятельности, конечно же, от служебных авто во время работы, службы нанесения, конечно же, не получилось отказаться. Но каждый постарался приехать именно на работу, добираться общественным транспортом, либо пешком. Ну, спасибо, аплодисменты для нашего ГАИ. Ольга, а что можно сказать про гомельских автомобилистов? Как они отметили этот праздник? Было ли меньше автомобилей на улицах города сегодня? А вы знаете, с каждым годом все больше и больше у нас водителей принимают в этой акции участие. Тем более, я думаю, что многие заметили, что за последнее время многие приобрели велосипед. Велосипед становится все более и более популярным видом транспорта. И я знаю даже среди многих моих знакомых, которые поменяли автомобиль на велосипед. А такой день, вот, который... Пусть он и один в год, да, но он привлекает к проблеме госогласованности в городе и дает толчок вот именно к таким решениям. Отказаться все-таки от автомобиля в пользу более экологических транспортных средств. Спасибо. Ольга, ну мы не можем не задать вам вопрос. Какие новости есть у областного ГАИ для велосипедистов? Я знаю, что вот в ближайшее время должен закрываться сезон. Известна ли уже дата? Да, уже известна дата. Это закрытие сезона пройдет у нас 30 сентября. Так. Всех желающих принять участие мы ждем. В 11 часов будет старт на улице Ланге. Мы проедемся по улицам города. Конечная точка маршрута – Ледовый дворец. Площадка перед ним, где наших участников ждет большая развлекательная программа, различные спортивные мероприятия. Уже полюбившихся нашим горожанам, маленькие участники дорожного движения могут попытаться получить детское водительское удостоверение. О, спасибо большое. Напоминаю, что у нас на связи была начальник отделения по агитации и профилактике областной госавтоинспекции Ольга Резвякова. А вот мне интересно, что делают велосипедисты и любители скандинавской ходьбы зимой или вот дождливой осенью? Ну, велосипедисты не собираются закрывать сезон, они собираются закрыть летний сезон, открыть осенне-зимний сезон. Существует специальная велосипедная экипировка, специальная одежда, термобелье. Существуют специальные уходовые мероприятия за велосипедом, которые позволяют пользоваться велосипедом как транспортным средством на протяжении всего года календарного. Скажите, пожалуйста, вы что, действительно зимой? Не оставляете велосипед? Ну, дело в том, что, конечно же, велосипедисты не призывают пользоваться велосипедом в условиях там, плохой видимости, гололеда, метели. Но насколько позволяет погода, активные велосипедисты продолжают, я вас уверяю, что таких людей очень много, а их будет еще больше, продолжают пользоваться на протяжении всего года велосипедом. Посмотрите зимой, сами обратите внимание. Ну что ж, Всемирный день без автомобиля. Вот видите, насколько он популярен в нашем городе, что гомельчане, кстати, даже активно
участвует во всевозможных фотоконкурсах. И прямо сейчас в прямом эфире мы назовем, дорогие друзья, имена самых активных велосипедистов Гомельщины по итогам фотоконкурса на работу на велосипеде. Я бы хотела дать слово организаторам. Светлана, кто выбирал, кого выбирал и кого выбрали? У нас есть, у нашей группы «Велогомель» есть аккаунт в Инстаграм. И мы там провели конкурс под хэштегом «На работу на велосипеде». Приняло участие в этом конкурсе 27 человек. И мне вот очень приятно сейчас на экране победитель этого фотоконкурса. Он сейчас должен об этом узнать. Это Владимир Яночкин. Я перейду на белорусскую мову, поскольку Владимир досконально володает белорусской мовой. Я вельми задоволена, что это менавіта ён. От всей души я его віншую с победой в этом конкурсе. Вот это мы Владимир тоже поздравляем. Яночкин. Кроме того, у нас в нашей группе ВКонтакте, в группе «Велогомель» прошел еще один конкурс. Конкурс историй. Это истории о велосипеде. Практически получился конкурс истории любви к своему прекрасному велосипеду. Вот сейчас на экране вы видите победителей этого конкурса. Это Серж Шкипер, наш активный велосипедист, путешественник, замечательный, талантливый, очень фотограф. Он написал историю от имени своего велосипеда. Мы узнали, какой он еще лирический человек в душе оказывается. От всей души тоже поздравляем его. Для наших победителей у нас есть призы, которые мы вручим 30 сентября им вот на этом велопробеге. На велопробеге, на закрытии велосезона. Закрытие летнего сезона. Летнего сезона, да, хорошее уточнение. Ну что ж, наша программа присоединяется к поздравлениям. Дорогие друзья, я напоминаю, что в прямом эфире «Добрый вечер, Гомель. Как прожить без автомобиля?» Тема нашей сегодняшней программы. Ведь сегодня Всемирный день без автомобиля. И мы говорим о том, какие альтернативные способы передвижения выбирают гомельчане. Кстати, вот в числе популярных у жителей нашего региона, как мы выяснили сегодня, это велосипед, палки для скандинавской ходьбы и пешие прогулки. А вот какая обувь подходит для активной жизни? Об этом поговорим после рекламы. Дорогие друзья, вы смотрите прямой эфир на «Беларусь-4». Это передача «Добрый вечер, Гомель». И сегодня Всемирный день автомобиля. Мы говорим о том, как можно прожить хотя бы один день без автомобиля. Очень удивляет ваша активность. Спасибо вам большое за сообщение, которое вы присылаете нам в Вайбер. Татьяна пишет, ничего не мешает. Вот права есть, но езжу на велосипеде и очень счастлива. Аплодисменты, Татьяна. Наталья написала, велосипед – это заряд энергии и лекарство от депрессии. Сегодня прекрасно было ехать, встречать чуть больше велосипедистов, чем обычно. Привет всему Велогомелю. Это наверняка участники движения, да. Передаю привет моей любимой юной велосипедистке Василенко Элине, которая находится в студии. Твоя мама. Элина сегодня у нас в гостях, очень удивлена этим сообщением от мамы. Есть от Натальи два сообщения. В Гомеле, к сожалению, нет специальных велодорожек. Велосипедисты ездят по тротуарам, что очень опасно для пешеходов. Ну, а что касается велосипедного движения, я бы посоветовала воспользоваться опытом западных стран Германии и Голландии. Кто-нибудь знает, какой опыт имеет в виду Наталья, наша телезрительница? Что? Тут, скорее всего, имеет смысл именно развитие и те примеры, которые реализует Европа в этом отношении. То есть именно развитие городской велоинфраструктуры. Да, то есть... В отличие от стран Советского Союза, там как раз-таки направленность больше идет на развитие экологического вида транспорта, то есть, который представляет собой велосипед. То есть, если мы приезжаем, скажем, в тот же самый Амстердам, это считается велосипедной столицей мира, и просто когда попадает туда наш человек, он немножко в шоке от того, что там просто куча велосипедов, и все ездят просто вот где только можно, и все это развито и приспособлено для движения всех. Очень удобно. У нас мы пользуемся велосипедом не благодаря инфраструктуре, а вопреки инфраструктуре. А вы знаете, я бы хотела вот задать вопрос сейчас как раз-таки представителю экологической организации, инспекции, я бы сказала. А что сегодня действительно предлагают экологи? Какие-то, может быть, современные зеленые технологии? Какие мероприятия или какие-то конкретные ходы, схемы? Интересный вопрос. Автомобиль – это такое изобретение человечества, которое очень удобно и полезно для него.
И никто не замечает обратную сторону, как я вначале говорил, что это маленькая химическая лаборатория, которая постоянно производит какие-то химические вещества и сбрасывает их в окружающую среду. При этом лабораторий у нас? Да, очень много. И поэтому происходит постоянное загрязнение окружающей среды и атмосферного воздуха. Ну, в связи с этим многие ученые мира в свое время сказали, что автомобиль – это такое изобретение, которое может уничтожить планету. И с этого момента, в принципе, когда человечество начало понимать, насколько это опасно, и начали уже и ученые, и все автопроизводители искать какой-то альтернативный вид передвижения. Тоже автомобиль, но на каком-то другом топливе. Это на сегодняшний день предлагаются варианты и автомобили с солнечными батареями, чтобы использовать энергию солнца. Потом и водородные двигатели. Сегодня уже активно курсируют по нашим дорогам гибридные автомобили с гибридными двигателями, где и двигатель внутреннего сгорания, и с одной стороны двигатель электрический. Даже рассматривается вопрос и использования атомной энергии. Но на сегодняшний день это все только в начальной стадии, и поэтому ждем, когда это будет развиваться и принесет успехи. Ну, я думаю, что такие передачи, как сегодняшняя, в принципе, помогут ускорить подобные процессы. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, то ли туфли, то ли кеды. Вот согласитесь, спортивная обувь уже давно вышла за рамки первоначального предназначения, прочно вошла в нашу жизнь. Если мы говорим о том, что давайте почаще ходить пешком, так какой же должна быть наша обувь на каждый день? Об этом сейчас в прямом эфире расскажут консультанты салона обуви «Вита». Встречайте, пожалуйста, Светлана Игнатенко и Евгения Братчикова у нас сегодня в гостях. Добрый вечер, девушки, присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, как день без автомобиля вы сегодня встретили, провели? Я сегодня целый день работала, поэтому я солидарна с вами. Я тоже была без автомобиля целый день. Спасибо. Евгения, вы смогли отказаться от автомобиля? Да, у меня его нет. Ну что ж. Поэтому я хожу пешком. Вообще вопрос решен очень быстро. Ну что ж, поговорим про обувь. Какая обувь сегодня модна? Какую обувь сегодня выбирают наши женщины? И что, в принципе, можно предложить на каждый день? Удобная, красивая и стильная. Вот скажите, что предлагают сегодня вот производители обуви нашим женщинам? Прежде всего, это комфорт, качество и надежность нашей обуви. Сегодня в студию мы взяли некоторые модели торговых марок из новой коллекции. Рикер, Тамарис, Каприз и другие. Чем эта обувь заслуживает вот внимания? Да, сейчас мы об этом поговорим. Вот, к примеру, торговая марка Каприз. Что она нам предлагает? Она имеет половинчатые размеры. Вот эта марка имеет половинчатые размеры. 37,5, да, что это очень важно в подборе обуви, чтобы она приносила в дальнейшем комфорт и удобство. Дальше есть максимальная полнота H. Очень многие женщины приходят к нам с проблемами, то есть поперечное плоскостопие, либо косточки. Вот здесь максимальная полнота, дискомфортно не будет, я вам обещаю. Значит, есть еще вот такая вот волшебная, я бы сказала, стелечка. Именно волшебная? Именно волшебная, да. Что же не волшебная? В ней содержится очень много силиконовых шариков. Что они делают с нашими стопами? Это своего рода амортизатор. То есть, когда стопа соединяется со стелькой, идет небольшое амортизирование. Так. И при этом посадка очень легкая. И нет ни на пятку никаких болезненных ощущений. Действительно волшебная стелька. Да, 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 да. Еще здесь есть климат-контроль. Что такое климат-контроль? Мы часто слышим просто это выражение, но не до конца понимаем. Да, климат-контроль, он помогает ноге оставаться сухой. Есть такие вентиляционные. То есть избежать всяких запахов, да, да, запахи, да. Это она тоже как важно, бы, конечно. Да. Скажите. Объясните еще раз, пожалуйста, простите еще раз, как называется эта марка? Марка называется Каприз, но это еще не все. Это еще не все. Каприз я очень сама люблю. Вот я сегодня, кстати, пользуюсь элегантно, случаем. Элегантно, да. Элегантно, красиво. Да, не только удобно, но элегантно. Вот что еще, чем, какое преимущество Каприза? Голени. У женщин разные голени. Но все хотят носить сапоги, и тот, кто имеет широкую голень. Вот Капризы мы сегодня принесли с минимальным XS. Видите, очень маленький объем. Также у нас есть и с максимальным голенищем. То есть на любую. То есть на любую. Можно выбрать, да, такую удобную, да, удобную обувь. Да.
Что касается, сегодня много говорили о скандинавской ходьбе. Так. Значит, поскольку уже и женщины, и мужчины все более мобильные, активные, мы предлагаем вашему вниманию бренд вот Tamaris. В чем его преимущество? Благодаря нанотехнологиям подошвы изготовляются из облегченных смешанных материалов. Наталья, вы сама можете, я не буду никого обманывать, она приобретает невесомость. Кстати, капризы, у них есть такой девиз «парить как по воздуху». Значит, внутри содержится анатомическая стелька. То есть принимает форму вашей стопы. И я считаю, что она красива, достойна и, самое главное, удобна. Поэтому вполне подойдет и для ходьбы скандинавской, и для поездок на велосипеде. Я уверена в этом. Я так понимаю, что вы позиционируете обувь эту как анатомическую, да? То есть, кроме того, что в ней идет, ну, можно так сказать, ортопедическая какая-то стелька. Да, она у нас не специализированная, но она содержит ортопедические элементы. То есть, она стильная, модная, но при этом стильная, модная, она комфортна, да. Прежде всего, я же говорила, что комфорт и качество. А я смотрю, вот Евгения держит в руках обувь с каблуком. Покажите нашему оператору, вы хотите сказать, что в такой обуви можно совершать пешие прогулки без вреда? И не только, конечно. На длительные дистанции, между прочим. Здесь тоже содержится стелечка. Волшебная стелечка, да. Тоже климат-контроль, благодаря вот этим силиконовым полусферам. Так. Каблучок здесь совсем... Обуваете обувь, здоровый, да. Каблучок, можно сказать. Когда вы обуваете, вы как в тапочках. Как в тапочках. Это одно. Второе, у нас есть еще одно волшебство. Ну, либо вот, какие-то феи у нас есть. Либо вот эта модельная. Вроде бы она у нас у каждого в шкафу стоит пара обуви, которые мы от случая к случаю. Но только не эта обувь. Либо об этой могу взять эту. Ну, эта обувь вряд ли подойдет для пеших прогулок. Нет, Наталья, я готова с вами поспорить, поскольку здесь также есть стелечка. Так. Обратите внимание, стелечка принимает изгиб вашей ножки. Благодаря вот системе, покажите нашим зрителям. Система, которая в ней содержится, стопа ваша, вес вашего тела распределяется по всей по всей длине стопы. Обычно это, ну, нагрузка идет на либо впереди носка, либо на пятку. Это располагает на всю стопу. Также здесь есть вот такая вот пупырышечка. Мягенький мешочек. Мягенький, да, что ослабевает пучки. Вот пучок у нас вот под ногой. Иногда часто у людей горят ноги, да, от неудобной обуви. Это все убирается. Поэтому благодаря ей вы тоже можете ходить длительное, прогулки совершать не только в ресторан, но еще куда-то. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, я когда готовилась к сегодняшней программе, поняла, что мы будем говорить про одну очень интересную технологию, которая называется антишок. Антишок, расскажите, да. Евгения, что это такое за технология? Я вам покажу на примере. Так. Вот, инновационная система антишок. Благодаря этой системе снижается нагрузка на позвоночник и суставы более 50%. То есть в каблучке содержится амортизатор. Вот это у вас такой как что? Каблучок? Это амортизатор, модель, да. Это модель. Макет. Амортизатора, да. Макет амортизатора. Вот пример такой обуви. То есть, попросту говоря, пружинит. Так. Вы нет нагрузки на позвоночник. Нет нагрузки на позвоночник и суставы. До 50% снимает нагрузку с позвоночника и сустава. При этом ваша походка становится не только уверенной, но и легкой. Вы хотите сказать, что в этом каблуке стоит такой же... Да, в этом каблуке его стоит. Хорошо видно. Вы можете сами его увидеть. Покажите. Вот придете к нам в магазин, есть такая наклеечка. Так. На каждой обуви, где есть антишок, должен быть указатель. Да, указатель. Если даже нет этой наклеечки, вы можете видеть прослоечка между каблучком и набоечкой. Значит, содержится... То есть самостоятельно даже можно уже визуально понять. Вы идете и амортизируете. Скажите, пожалуйста, с чем можно носить такую обувь и как за ней правильно ухаживать? Ну, с чем можно носить, наверное, я считаю, что сейчас уже кеды носят с платьем, поэтому кто... то, как посчитает любой нужным. Любой гардероб. В любой, я считаю, в любой, да. Мы предоставили такие модели, которые
Они вроде и удобны, но в то же время модельные, красивые, и можно выбрать для... А, Светлана, я смотрю, вам приглянулось что-то. Вот, ждем вы, Светлану. Что бы выбрали, что бы выбрали? Можете даже подойти вот это, посмотреть. Я вижу хорошо, спасибо большое. Вот эта вот серая пара туфель мне очень нравится. Я думаю, что я на велосипеде вполне могу педалировать. Я вот еще велосипедировать. За счет нанотехнологии она не только легкая, но еще, обратите внимание, она гибкая. То есть, ничего себе! Да, она приобретает гибкость. То же самое сказать. Вот. Да, рикеры. И мужская обувь. И мужская, в том числе, конечно, как можем обидеть мужчин? Да, мы не хотели вас обидеть. Нет. Рикеры вообще, серия считается антистресс. Она уже сама за себя говорит, вы понимаете, да, что снимает усталость с ног. Значит, выполнено изделие из высококачественной кожи. Также здесь есть, вот здесь все обозначения, вот если вы придете, можете спросить у нас, как продавцов-консультанта, если самостоятельно можете на каждой есть бирочка, где написано, что содержится вот в той или иной обуви. Чем, какие современные технологии, да? Да, какие современные технологии. Здесь. Вот, допустим, здесь. Здесь есть перевод более вместительный, то есть это предполагается полнота. Да. Легкие за счет подушки. Да, ударопоглощающие, то, о чем мы говорили, в каблук идет, не идет нагрузки. И еще также текс. Вот здесь картиночка, здесь даже все нарисовано. То есть фабричная мембрана уже. Мембрана, да. То есть водоотталкивающая. Ее уже все... То, что надо осенью, да, то есть кстати, кожа, опять-таки, говоря, благодаря нанотехнологиям... Но это не значит, что ее не нужно обрабатывать. Как ухаживать за такой обувью? Прежде всего, мы всем покупателям советуем любую обувь, любую, перед тем, как ее носить, обрабатывать водоотталкивающим спреем. Обязательно дать ей постоять некоторое время, чтобы она приобрела эту пленку мембраны водоотталкивающую. И затем можно смело идти гулять хоть целый день. Затем, спасибо. Да, затем вот, ну, кожа, если просто глянцевая кожа, крема, если это ноутбук, либо замша, вы все знаете, сейчас уже существует очень много средств по уходу, цветовая гамма также, много оттенков. Просто аэрозоль краской пользоваться. Спасибо большое. Дорогие друзья, вот хочу обратить внимание, что сегодня действительно мода идет вот в ногу с нашими пожеланиями. Ведь действительно, смотрите, женственная обувь, но в то же время спортивная. Я бы хотела вот задать вопрос нашему все-таки главному валеологу. Скажите, пожалуйста, Ирина Александровна, а вот какое значение имеет обувь для формирования здорового образа жизни? Ведь мы можем, знаете, и пешком пойти, да на каблуках, чтобы всем нравиться. Конечно, обувь имеет большое значение при занятиях не только физической активностью, но и при той ходьбе, которой мы сегодня так много посвятили внимания. Безусловно, это должна быть удобная обувь, комфортная, обладать свойствами водоотталкивающими, амортизирующими, да, и очень полезно будет сделать, есть такое новое исследование, как плантоскоп, да, на предмет того, как есть поперечная или продольная плоскостопие, да, у женщин, у мужчин, да, в детском возрасте оно тоже часто встречается, поэтому и уже с этим, то есть, конечно, новая обувь уже и не только вот представленных брендов, да, то есть можно и стелечки отдельно приобретать, то есть это комфортно. Вот. И, конечно же, это удобство, просто и личное ощущение. То есть и спортивная обувь, этому... да. То есть и надо. Не будем забывать о спортивной обуви, которая, безусловно, да. То есть если это есть, существует сейчас в настоящее время, если это для занятий ходьбой, то это определенный вид обуви. Если для занятий бегом, то это второй вид обуви, да. То есть какие-то более на какие-то уделенные внимание стопе. Вот, ну, то есть для каждого вида спорта есть какие-то нюансы для того... Надо просто их учитывать, безусловно. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали нашим телезрительницам и телезрителям, мужчинам тоже, которые выбирают вот такую городскую мобильность, которые любят много ходить пешком по городу? Ваши советы, коротко. Выбирать удобную обувь по полноте, по размеру. Так. Это немаловажно. И, наверное, чтобы она была качественная и с определенными, конечно, современными какими-то, учитывала современные новыми технологиями, да, чтобы она была легкая, прежде всего, вот, опять-таки, мужской мужчина может заинтересован. Мужчина, может, вы, легкая, да. Абсолютно. Спасибо большое.
Дорогие друзья, сегодня мы весь вечер говорим о том, как прожить день без автомобиля. Константин считает, что нужно убирать высокие бордюры и построить велопарковки. Тогда он задумается, надо ли покупать велосипед. Это вот сообщение в Вайбере. Никита говорит, что Гомель не так велик, чтобы везде и всюду ездить на машине. Ну, тоже поддерживаем, да. Алла считает, что времени затрачивается очень много, когда она ходит на работу пешком. Но, в принципе, заряд бодрости на целый день имеет. А вообще, пишет Дмитрий, что в современном городе пешеходные велосипедные зоны должны быть безопасны для всех, и парковки в том числе удобны для всех. У меня вопрос к нашим гостям. Скажите, как вы считаете, вообще способен ли один день в году изменить ситуацию вот с автомобилями, с экологией, и самое главное, вот с нашим отношением к этому? Светлана. Я считаю, что именно этот один день может стать началом большого пути с последующего. Именно сегодня может понравиться человеку ехать на велосипеде настолько, что он откажется от автомобиля на всю свою оставшуюся жизнь. Спасибо, как это сделала я в один из дней. Спасибо, своих. Дмитрий. Ну, логично, согласен, что бывает, что и одного дня хватает, то есть достаточно только получить какой-то импульс, и все остальное зависит уже от самого человека и нашего общества. Спасибо. Один день – это много или мало? Нужно попробовать, не бояться начинать что-либо. Поэтому всем желаю только начинать пробовать что-то. Как вы считаете? Ну, с чего-то надо начинать. Вчера это был день без автомобиля, сегодня уже неделя мобильности. Так. Поэтому не надо останавливаться, как правильно говорят, из искры возгорится пламя. Так. Поэтому будем надеяться, что все наши работы принесут результаты. И хочу, пользуясь случаем, поблагодарить всех участников, которые приняли в этой акции участие, поблагодарить руководство города, которое организовало эти мероприятия, которые сегодня проходили в городе. Ну и всех поблагодарить. Спасибо большое, эти аплодисменты. Да, действительно, для всех, дорогие друзья. Ну что хотелось бы сказать в конце нашей программы? Ну вот разгрузочные дни без автомобиля, ведь можно же устраивать и самостоятельно. Но не обязательно ждать. Следующее 22 сентября, правда? А вот для тех, кто действительно не может отказаться от автомобиля, мы уже говорили об этом сегодня в нашей программе, есть такое понятие, как эко-вождение, карпулинг еще оно называется, то есть такое совместное использование одного автомобиля с помощью поиска себе попутчиков. То есть если вы с коллегами, соседи, например, да, живете неподалеку, дорогие друзья, ну вот договоритесь уже вот завтра или в понедельник, когда будете ехать на работу, или завтра, например, на дачу, объединитесь, заезжайте друг за другом и точно так развозите друг друга по домам. Кстати, сегодня у нас день осеннего равноденствия на всем земном шаре, с чем мы вас и поздравляем. Дорогие друзья, это был «Добрый вечер, Гомель» с Натальей Волынец. До новых встреч в прямом эфире.